Сегодня праздник, 23 февраля, и я поздравляю, конечно же, всех наших самых любимых мужчин, вот, и желаем крепкого здоровья. В этот праздник мы проведем свой концерт здесь, в Антуристе, в зале «Хрустальный». Это потрясающий огромный зал с невероятной энергетикой, да, на этой сцене стояла Алла Борисовна Пугачева, Софи Ротару, то есть великие звезды нашей страны, и сегодня там буду стоять я, и это принесет мне больше удач в моем творчестве. Вот, так что, конечно, впечатлений масса. Ребята, вы обязаны здесь побывать.